Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея!» Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». «Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей?»
Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Бараву!» Барава же был разбойник.